Всем привет! Вы уже заметили, как Алиса выбрала схему. Сегодня я решил подействовать так, и как вы думаете? Хотя вы-то уже спалили по названию. Вокруг какой карты я собираюсь записывать? Естественно, это Once to Watch Лионеля Месси. Ну и чтобы было интересно, к тому же я собираюсь вокруг вот этого футболиста записать состав за 5 минут. Ну тоже. Я не буду его использовать. Вот так вот. В принципе, у меня на этом все. Пойдемте открывать паки. Кстати, девятая схема. Кто не верит, является вот это. Если брать слева направо. И честно, я бы, ну, был бы не против сказать, что это 4-2-2-2. Потому что я читал справа налево, потому что эта схема проще. Но нет, я не ищу легких путей. Естественно, ставим Месси и идем открывать паки. У нас есть 5 паков в магазине, их мы и откроем. Первым возможным партнером является футболист, но явно не тот, который будет на обложке пака, так как ну, икон мы в эту рубрику не берем. Кстати, правила у нас все-таки будут 3 плюс 3, потому что, ну, на большую часть. Я так понимаю, по крайней мере. Не, возможно, конечно, когда разнообразие карт увеличится, я сделаю 4 плюс 4. Просто, я думаю, вы можете потом понять. Кстати, нам выпало три футболиста Барсы. И с Месси было бы очень круто их заиграть. Я возьму Агуэра. Все. Я даже остальные паки открывать не буду. Серхио Кун, ты где? Вот он. Интересно, да, поехали. Все. Сюда нам нужен, естественно, правый защитник из Пари Сен-Жермейн. Ну да, Хакими. Рабочий вариант. А сюда нам нужен кто-то из Ла Лиги. Ой, какой аргентинец. Нам нужен кто-то из Барса. Фати. А налево Дест. Окей, неплохо. А, нет. Нам нужна просто связка из Ла Лиги. Ну, Азар и Минди. Банальная схема, ну ладно. Блин, так не прокатит. Да, так как я хотел, не прокатывает. Поэтому... Стоп, а аргентинцев в ПСЖ ведь есть, да? А, там этот гиперлинк будет с Месси, ладно. Возвращаем Хакими. Убираем Азара. Ставим аргентинца. Какого-нибудь из Ла Лиги надо. Да. Сюда тогда нужен кто-то. Да. Типа вот... Нет, это нужен именно что зеленый линк. Я понял, как это делать. Пицелло. Сюда нужен вратарь из Бетиса. Как сложно, а? Ну, сюда игрок Ла Лиги любой абсолютно. Вот, четко. И получается, сюда просто нужен треугольник. Даже не так. Сюда нужен гиперлинк. Стоп, есть ли французы в Челси? Суза, ПЛК. Челси. Да, Сар. Согласен, не очень, но... Это НЛВ, ребят. Стоп, у нас получается что? Ну, очевидно, три лиги. АПЛ, Ла Лига и Лига 1. По нациям все вообще четко. Тут и бельгийцы, аргентинцы, французы, марокканец, португалец, итальянец. В общем, все круто здесь по нациям, по лигам тоже. Ну так как 3 плюс 3. Возможно, здесь можно загибридить как-то четвертую лигу, но я не знаю, как это сделать. Поэтому. Да, кстати, если у вас есть свои варианты, присылайте, я обязательно их почитаю. Но пока вот так, в принципе. Мне нравится состав, мне нравится все. Играть, кстати, в этой рубрике я не буду, так как, к сожалению, в новой части Foot 22, где играются матчи, происходит невероятное кое-что. Если правильнее говорить, так сказать, то... О, это Брюнер. Я вообще не смотрел на экран, чтобы вы понимали. Так вот, я пытался уже записывать дорогу к первому дивизиону. Я думаю, вы все видели видео, и там постоянно... Ну, там потерялось больше половины файлов. И вот буквально перед каждой записью вылазила надпись, типа... Устройство съемки уже используется, выключите его и запишите снова и так далее. Ну, в общем, что-то в этом роде.
Не особо я понимаю, что это вообще за проблема и как ее решить, но, к сожалению, вот так вот. Как-то вот так. Да, к сожалению, я запорол по видео еще, ну, продолжение концовки, поэтому новое. Хочу вам сказать спасибо, кстати, за ту активность, которую вы проявили на СБЧ. Честно, вот после такого долгого простоя ожидал, что, ну, не будет какой-то особой активности, а получилось все очень даже хорошо. Он волосы, что ли, покрасил? Вообще пофиг. Извиняюсь за паузу, это мой кашель вернулся. Он вроде как уже проходит до конца, но при этом иногда может вот так вот коварно появиться и как шарахнуть. Да. Все. Напишите, кстати, с кем вы хотели видеть состав за 5 минут следующий. Ну и все, в принципе. Всем хорошего настроения. Всем хорошего настроения. Всем пока. Ой, что-то здесь.